Народ нужно не только слушать, но и говорить с ним, причем за деньги. Так считали депутаты Омского горсовета, им доплачивали за общение с избирателями. Незаконно к такому выводу пришел областной суд и удовлетворил требования прокуратуры. Возмещение затрат на работу депутатов с населением признали неправомерным. Компенсацию народные избранники получали с 2012 года, при этом в 2014 сумма по их же инициативе успела увеличиться. Отчета о проделанной работе никто не требовал, зато 39 из 40 депутатов каждый месяц получали бонус – 44,5 тысячи рублей. Это, к слову, в два раза выше средней зарплаты в Омске. Фактически прокуратурой было установлено, что компенсационного характера эти выплаты не носят. В результате за период 2015 года на реализацию положений данного постановления из бюджета города Омска было выделено и реализовано более 20 миллионов рублей. За 9 месяцев 2016 года более 15 миллионов.